вертолета 250 км в час, практическая дальность 500 км. Ведущий группы, командир учебной вертолетной эскадрильи, подполковник, летчик первого класса. Ведомый командир авиационного звена, майор Маскаев Андрей Евгеньевич, военный летчик первого класса. Майор Бражников Денис Владимирович, военный летчик первого класса, ведомый летчик авиационного звена, лейтенант Павлов. Ведущий группы старший летчик капитана, только вдумайтесь, 14 тысяч километров. Ведущий командир корабля, зам командир авиационной эскадрильи, подполковник Волковицкий Сергей Иванович.